Подготовка к открытию памятника. Так, Василий Петрович, выпускник Сковкарского медицинского колледжа, и Инга. Планируем по поводу, как лучше сделать, да? 7 числа состоится открытие памятника медицинским работникам, погибшим при исполнении служебного долга. Вот сегодня смотрим, организационные вопросы обсуждаем на 7 число. Родное! Альма-матер. Медучилище. С 2004 года медколледж. Имени выпускника Ивана Павловича Морозова. Вы запитываетесь от здания, да, получается? Да. Угу. Здесь никаких источников нет больше, да? Нету. А сколько надо лет? 40 метров. Два удивительных информации, 10. Ну, 10 уровень. 10 метров. Здравствуйте. Последние штрихи? До этого места 40.